Время делать запасы на зиму. Сегодня в Кургане открылась традиционная ярмарка «Дары осени». В этом году она переехала с центральной площади на территорию возле торгового центра «Гиперсити». Сельхозпроизводители привезли со всей области мед, овощную продукцию, бахчевые, а также сезонные фрукты. Цены приемлемые, говорят первые покупатели, но надеются на их дальнейшее снижение. Ведь урожай в этом году удался на славу. Сейчас картофель стоит 7 рублей, а лук – 13. Работать ярмарка будет до 31 октября. Картошка уродилась у всех, но у нас вот весь земли мало. Картошка, мы взяли китовскую картошку, с китова, свою как бы. Ну, понравилось, взяли.